Вітаю вас. В ефірі Бесарабія ТВ новини, в студії Олена Малайван. Сьогодні у випуску. Жахлива трагедія сталася у Білгород-Дністровському районі. Долі середньовічної фортеці обговорювали на громадських слуханнях в Акермані. У Білгород-Дністровській райдержадміністрації підвели підсумки роботи за перші 3 місяці цього року та розповіли про заплановані малі Олімпійські ігри. Про ці та інші події дивіться далі. У Білгород-Дністровському районі загинули діти. Страшна трагедія сталася у селі Шабо. Вночі у одноповерховому житловому будинку виникло загорання. Про те, як далі розгортались події тієї ночі, розповіли під час екстреного брифінгу, що відбувся у райдержадміністрації. Деталі дивіться в наступному сюжеті. У цьому дворі страшна пожежа забрала життя одразу 6 малят. 6 дівчат вже не побачать сонечко та не гратимуться на подвір'ї. Про те, що сталася пожежа, у Державну службу з надзвичайних ситуацій повідомили сусіди. Однак, коли рятувальники приїхали на місце пригоди, вже було запізно. Діти загинули. Як повідомляють у Білгород-Дністровській райдержадміністрації, ця подія одразу отримала статус державного значення через велику кількість загиблих. Дом, в якому відбувся згорання, он был на 4 семьи, в принципе, 3 семьи, они спаслись, выжили, но, к сожалению, 4-я семья, отец находился на дежурстве, он охранник, и со слов матери, что где-то в районе 3 часов началось сгорание крыши, так как они использовали подогрев, это была такая дуйка, і в шоковому стані вона вибіжала на допомогу. Зі слів Михайла Тітарчука, перша пожежна машина на місце пригоди приїхала близько 4-ї ранку. Це була бригада рятувальників із Шабо. Потім приїхали ще дві із Білгород-Дністровського та Затоки. В момент приїзду пожежних частей, тобто криша вже була в такому стані, при якому, в принципі, вона обвалилась вниз і вже не було можливості спасти дітей. То есть по факту у нас 6 жертв. На сьогоднішній день ми проводимо розслідування причини. Як повідомляє голова РДА та прес-центр Національної поліції, сім'я, в якій сталася трагедія, благополучна. В соціальних службах на обліках не перебувала. За місцем мешкання характеризується позитивно. Наразі готуються додаткові заходи по запобіганню подібних трагедій на території району. Мы будем проверять все многодетные семьи, состояние их условий, как они проживают, насколько у них система пожаротушения соответствует тому, чтобы предотвратить такие случаи. Наразі у Білгород-Дністровській райдержадміністрації оголошують про збір допомоги постраждалим. На даний момент з рідними загиблих працюють психологи. На місці трагедії також працює оперативна група, співробітники поліції, Державна служба з надзвичайних ситуацій та прокуратури. Олена Малайван, Андрій Романовський, Анатолій Лукянчук, Бесарабія ТВ. Жорстоке вбивство сталося у Кілійському районі. У місті Вилкови вбили самотню літню жінку. Тіло пенсіонерки виявила місцева мешканка, яка зайшла провідати стареньку сусідку. Про це повідомляють кореспонденти інтернет-видання «Бесарабія Інформ» із посиланням на власне джерело в Кілійському відділі поліції. За їхніми даними, труп жінки зі слідами насильницької смерті знайшли в одному з підсобних приміщень її будинку. За попередніми висновками, пенсіонерку задушили. При цьому руки й ноги її були зв'язані. Причиною вбивства вважається пограбування. Вже минув перший квартал поточного року. У Білгород-Дністровському районі дуже плідно попрацювали. Принаймні так вважають державні службовці. Про усі деталі роботи доповів очільник райдержадміністрації Михайло Тітарчук. Як виконали бюджет, як складається ситуація з перевозками по району та про інше. Більш детально дивіться у наступному сюжеті. Добрий день всім представителям СМІ, міста, району. Сьогодні я як голова Белгород-Дністровская райгосадміністрация буду докладывать о проделанной работе за первый квартал 2016 года.
С таких слов начал пресс-конференцию Михаил Титарчук. Первым пунктом его речи был отчет о выполнении бюджета района. Как отметил глава района, его выполнили на 101,7%, то по сравнению с прошлым годом больше на 24%. Детально остановился на экономических показателях. Кроме этого, сообщил, что недавно провели мониторинг работы по некоторым автоперевозчикам, а именно на маршруте Белгороднестровский-Сергеевка. После выявленных нарушений расторгли договора. И тут же Михаил Титарчук объявил о новом конкурсе среди автоперевозчиков. Коснулся и темы дорожного покрытия. На сегодняшний день дорожная инфраструктура, вы все знаете, что требует особого внимания. У нас было выделено на коммунальные дороги 750 тысяч гривен. 200 тысяч было на Шабский сельсовет, 250 Приморский и 250 Николаевка. К сожалению, из областного бюджета мы ничего пока не получили. Образовательная система по-прежнему остается в приоритете. Белгороднестровский район получил государственную субвенцию в размере 843 тысяч гривен. Основное внимание будут уделять ремонту и содержанию помещений. И на сегодняшний день, то есть мы понимаем, что этих всех денег не хватит на все проблемы, но в принципе выбрали ремонт, капитальный ремонт пищеблока школы «Выгон», это 44 тысячи гривен. Это капремонт системы отопления «Адамовка», порядка 230 тысяч гривен, и капремонт крыши школы 1, село Шаба, 150 тысяч. Как отметил Михаил Титарчук, в районе есть немало учебных заведений, которые требуют ремонта. Но что касается их, то решения будут принимать на очередной сессии, которая состоится в мае. Не забыл упомянуть и о проблеме мусора. В рамках реализации программы благоустройства Белгороднестровского района 2015-2017 проводят комплексные проверки всех свалок района. На сегодняшний день это очень такая серьезная проблема, над которой надо не просто обсуждать, но действительно надо решать ее, иначе у нас будет катастрофа. Что касается сельского хозяйства, то тут все стабильно. Завершаются посевные работы. Районный отдел образования не сидит без дела. За первый квартал провели аттестацию педагогических работников. Также глава района сообщил присутствующим приятную новость. Мы встречались с советником председателя УГА. Это обсуждался вопрос по созданию в Белгороднестровском районе, а именно в село Шаба, образовательно-культурного центра. То есть это, скажем, такой будхаб, база для проведения учебных программ, курсов, тренингов для детей, также для взрослого поколения, в частности, по программированию, и также мы включим английский язык. То есть, в принципе, это место может также служить для проведения конференций, презентаций для той же райгосадминистрации. Финансирование, какая-то часть будет помощь, там есть у них определенные гранты, и какая-то часть мы посмотрим с райгосадминистрацией, что мы можем с нашей стороны. Спорт в районе тоже развивается. Хорошим тому примером послужил недавно прошедший кантри-кросс, отметил глава РГА. В ближайших планах немало мероприятий. В первую очередь они коснутся подготовки к туристическому сезону. Елена Малайван, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Дещо можна так весело відпочити, як не в парках атракціонів і розваг. Один з таких тимчасово з'явиться на території Білгороднестровського. Про це сьогодні говорили на засіданні виконавчого комітету. Подробиці про це рішення та які ще питання розглядали члени виконкому, дивіться в сюжеті Наталії Чеботар. В Акермане очень скоро появится парк аттракционов. Такой проект решения на заседании исполкома озвучила начальник управления экономического развития Наталья Коваль. Разместить его планируют на одной из спортивных площадок города. Планируется 26 апреля по 22 мая 2016 года на территории спортивной площадки улицы Победы разместить аттракционный комплекс «Корсо Парк». Все необходимые документы в управлении экономики предоставлены. Определить ответственность на размещение аттракционов в коммунальных предприятиях «Германтуринвест». Согласно проекту решения о размещении временных сооружений на территории города, сейчас проходит процедура заключения договора и определения стоимости за используемую городскую землю. Там прописано в решении, согласно положению про размещение тимчасовых споруд, по коэффициенту методики расчета. Они будут заключать договор на размещение и платить за занимаемую территорию. Они вот проводили медиацию, этого считалось достаточно для того, чтобы там вот условия договора. Поэтому я и акцентирую внимание на сегодняшний день, платят они или не платят. До сегодняшнего дня они не платят.
У членов исполкома возникли вопросы и о стоимости входного билета. Как рассказала Наталья Коваль, для малообеспеченных семей и воспитанников детских домов будут предусмотрены бесплатные посещения. Но точного количества бесплатных билетов пока назвать не могут. Кроме этого, на заседании в связи с многочисленными обращениями граждан обсудили торговлю рассадой на улице Николаевской. Планируется размещение выездной торговли рассады на территории города на отрезке улицы Николаевской, это от улицы Московской до улицы Свято-Георгиевской. Это будет только месяц с 22 апреля по 21 мая. Сугубо рассада цветами, помидоры, там, ну, именно рассада. Но это решение вызвало весьма бурную реакцию у присутствующих. С одной стороны, идет борьба со стихийной торговлей, а с другой стороны, ее разрешают. Мы не собирали рабочую группу по этому вопросу. И проблема в том, что для того, чтобы они там не находились, тогда там никто не должен находиться. На сегодняшний день у нас совершенно не решается ситуация со стихийной торговлей. Мы ее решить не можем. Ну, вы сами видите, что происходит. И они, логично было их заявление, что мы уйдем, да, мы перейдем на какой-то рынок. Но на это место придет просто стихийная торговля, люди другие придут и станут, они ничего платить не будут. Мы побороть их не можем, поэтому сначала нужно решить вопрос, как убрать стихийную торговлю, а после этого они спокойно будут торговать на тех местах, которые мы им предоставим там внутри каких-то рынков. Нам нужно к этому вопросу подходить комплексно, а не так, что мы сегодня их убрали, вот этих людей, да, которые там, можно сказать, полгода готовились к этому сезону, чтобы заработать эти деньги, они не от большие, там небольшие заработки, не от хорошей жизни они туда идут. Мы это тоже прекрасно понимаем. В итоге оба решения поддержали, а вопрос о стихийной торговле обещали пересмотреть комплексно. Но пока это только в планах. Наталья Чеботарь, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ. В Білгород-Дністровському районі відбудуться малі Олімпійські ігри. Голова райдержадміністрації Михайло Тітарчук зустрівся з представниками управління сім'ї, молоді та спорту Одеської обласної адміністрації та Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос». Метою цієї зустрічі було обговорення проведення в Білгород-Дністровському районі з 20 по 22 квітня малих Олімпійських ігор Одещини серед селищних та сільських рад сармреслінгу, волейболу, гірівого спорту, дартсу, легкоатлетичного кросу, настільного тенісу та перетягування канату. Традиційно дані змагання будуть проводитися в селищі Затока. У даному заході візьмуть участь представники 26 районів області. Загальною кількістю понад 500 учасників. Про це повідомляється на сайті райдержадміністрації. Словесні баталії, бурхливі дискусії навколо середньовічної фортеці все ще не вщухають Білгород-Дністровському. Чи буде вона мати статус заповідника обласного або державного значення та про перспективи і плани її подальшого розвитку говорили на громадських слуханнях. Розлогіше дивіться у сюжеті Тетяни Карпенко. В последнее время одной из главных тем в Акермане является дальнейшая судьба средневековой крепости. Она привлекает к себе внимание не только местных любителей истории, но и ученых Украины и мира, а также является туристической жемчужиной края и гордостью жителей города. Ее величие и могущество не оставляют равнодушной никого. Вопросы. Будет ли твердыня в управлении города или области? Какой статус она будет иметь? Заповедник государственного или областного значения? Ответы ищут чиновники и историки. Чтобы не забыть о мнении громады, в сессионном зале городского совета провели, так сказать, общественное слушание. Первым слово предоставили Анатолию Зубчевскому. Более 10 минут он рассказывал собравшимся о том, кто и когда руководил крепостью. Затем обратился к критикам. По-перше, шановні критики нашого міста і його жителі, не треба нас принижувати, якраз ми, як ніхто інший, зацікавлені в збереженні нашої святині. Місто наше не один раз вщент зруйноване, народжувалось саме навколо фортеці. І навіть в 19 столітті, коли громадянам було дозволено розбирати стіни фортеці на свої потреби, містяни цього не зробили. Історики кажуть, що то була дуже клопітка робота. Але чомусь мені здається, що цього не хотіли робити самі містяни. После доклада к микрофону пригласили представителя Одесского областного совета. Почему не передали крепость сразу? Потому что я всем, я думаю, тут все жители Белгорода и Днестровска хорошо помнят, что было в прошлом созыве в вашем городском совете.
Сколько раз у вас пытались убирать мэра, сколько раз у вас пытались менять и меняли секретарей. Потом та история, которая произошла с предыдущим мэром, опять же, не хочу давать ей оценку. Это было недостаточно, чтобы передать решением сессии областного совета в управление городу Белгород-Истровск. Что касается заповедников, это, безусловно, хороший и правильный процесс. Я думаю, что городской голова, городской совет Белгород-Истровска совместно с областным советом этим вопросом, безусловно, займется. Но на сегодняшний день единственная структура, которая выделила 7 миллионов гривен на работы по приведению в порядок крепости, на работы, которые не были выполнены в прошлом году. Вот очень многое говорится, что в области администрации очень хорошее управление. В прошлом году проваленная ситуация из 2 миллионов, более 2 миллионов, которые можно было потратить. По-моему, я сейчас не хочу точно говорить, но до 400 тысяч якобы освоены. Куда освоены, как освоены, непонятно. По его словам, проблем у крепости немало. И подчеркнул, что твердыня в данное время нуждается в реконструкции и поддержке в финансовом плане. В сегодняшний момент, если мы прямо сейчас передадим в державную власть крепость, эти 7 миллионов потратить будет нельзя. Областной совет, ну, в данном случае я уже говорю как советник, с удовольствием перераспределит это на другие объекты в Белгород-Истровске. Но сейчас крепость необходимо спасать. А контроль останется и за областным советом в любом случае в лице управления имущества. Поскольку это памятник национального значения, из-за Одесской областной государственной администрации, в лице его профильного департамента, из-за Белгород-Истровским городским советом. Более 2 часов общественность и чиновники обсуждали вопросы, касающиеся судьбы средневековой крепости. Прислушаются ли на верхах к мнению жителей Белгород-Истровского, скоро узнаем. Татьяна Карпенко, Анатолий Локинчук, Бессарабия ТВ. В Одесі затримали торгівців зброєю. Співробітники Служби безпеки України припинили діяльність міжрегіонального угрупування, до якого входили 2 українців та громадянин однієї з кавказьких країн. Зловмисники налагодили пересилання клієнта вогнепальної зброї та боєприпасів поштовими відправленнями. Покупців вони підшукували через інтернет. Під час багатоходової операції співробітники спецслужби затримали в Одесі одного з торгівців при отриманні чергової посилки. Правоохоронці вилучили з неї 2 бойові пістолети з набоями. Згодом у Запоріжжі під час обшуків за місцем проживання 2 інших зловмисників було вилучено малокаліберну гвинтівку, понад 2000 набоїв та піротехнічні вироби. Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Після того, як у 2011 році вступив в дію Податковий кодекс України, з'явився фінансовий інструмент, що дозволяє громадянину повернути частину від раніше сплачених державі податків. І в лексиконі українців з'явився новий термін – податкова знижка. Про те, що це таке і як її отримати, дізнавалася Марина Талько. Согласно Налоговому кодексу Украины, плательщики налогов имеют право на определенную скидку. Для этого необходимо до 31 декабря текущего года подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Основанием получения скидки являются документально подтвержденные затраты в виде квитанций, чеков, копий договоров или других документов с указанием суммы затрат. Плательщик имеет право включить в уменьшение налогооблагаемого дохода фактические затраты отчетного года, такие как часть суммы процентов, оплаченных по ипотечному кредиту, денежную сумму или стоимость имущества, переданных в виде пожертвований или благотворительных взносов неприбыльным организациям в размере, что не превышают 4% от суммы валового налогооблагаемого дохода за отчетный год. Практически все студенты-контрактники или их родители имеют право на получение налоговой скидки до 15% от стоимости обучения. Если гражданин Украины, который официально работает, получает зарплату и платит налоги, оплачивает собственное обучение или обучение члена своей семьи в профессионально-техническом училище или вузе, то он может воспользоваться налоговой скидкой. Также ее могут получить для компенсации затрат на лечение люди, если они или члены их семей имеют статус инвалида. За налоговой скидкой может обратиться сам обучающийся и родственники первой степени родства. Это родители, муж и жена.
Также на такую скидку имеют право лица, которые оплачивали услуги страхования жизни в негосударственных учреждениях. Возмещается определенная сумма семье, которая недавно взяла под опеку ребенка. Частные предприниматели такую скидку получить не могут, так как они получают доход от своей же работы. Размер налоговой скидки зависит от размера затрат, подлежащих компенсации, а также от суммы налога с доходов заработной платы декларанта. Чтобы узнать о возможностях получения скидки, нужно обратиться в налоговую инспекцию и предоставить необходимый пакет документов – декларацию о доходах, квитанции за уплату услуг, договор, если такой имеется, справку с места работы, паспорт. Марина Талько, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Ізмаїльському фотоклубу «Панорама 360» 10 травня виповниться рік. Як пожартував його голова та наш колега Ігор Коц, незважаючи на дитячий вік об'єднання, його учасникам вже є що показати глядачам. Подробиці дивіться в наступному сюжеті. 20 апреля в фойе Измаильского государственного гуманитарного университета открылась очередная выставка фотоклуба «Панорама 360». Не так давно экспозиция была показана в Доме учителя. Известный в столице Придунавья фотохудожник Игорь Коц рассказал, что концепцией объединения является популяризация фотоискусства. «Панорама 360» – вообще название мы придумали сообща. На стендах фойе университета представлены 59 уникальных фотоснимков 11 фотографов, опытных и начинающих. Федора Сиваченко, Игоря Коца, Снежаны Стрепетовой, Сергея Сухинина и других мастеров Придунавья. Ректор Измаильского государственного гуманитарного университета Ярослав Кичук поблагодарил организаторов выставки за предоставленную студентам возможность увидеть, как работают мастера. Уважаемые наши гости, студенты, активисты фотоклуба «Панорама 360», сегодня в нашем университете знаменательное событие. Мы впервые открываем выставку действительно профессиональных фотохудожников. Многие из вас пользуются цифровыми телефонами, фотоаппаратами, но на профессиональном уровне немногие из нас участвуют в процессе фотохудожества. В Измаил из Килии на открытие приехали представители недавно организованного объединения фотолюбителей, чтобы перенять опыт своих коллег из столицы Придунавья. Ну, нравится нам очень фотографировать. Клуб создался в Килии. Мы участвуем, выезжаем иногда на природу. Нам стало очень интересно увидеть вашу фотографию, выставку. Мы приехали специально для этого. Очень понравилось. Сделали для себя много открытий, как это надо делать, как фотографировать. Ну, учимся на ваших работах. Будем рады увидеть вас у себя в Килие. Знаете, как говорят, что жизнь – это не те дни, не те моменты, которые прошли, это те моменты, которые запомнились. Вот. Так вот, это именно тот случай, когда люди сделали снимки, и это остается уже в памяти надолго. Я думаю, что мы будем дружить клубами. У нас тоже организовывается фотоклуб в Килии, и мы будем дружить. Участница фотоклуба Вера Нега и ее друг Александр исполнили для гостей авторские песни. В течение 2 недель студенты, преподаватели и гости университета смогут полюбоваться работами измаильских фотографов, активистов клуба «Панорама 360». Галина Величко, Игорь Коц, Измаил, Бессарабия ТВ. Ось такими побачили новини цього дня наші кореспонденти. Ми зустрінемось з вами вже завтра о 18-й годині на телеканалі Бессарабія ТВ. На все добре та хай щастить!